В Ишеевке торжественно открыли начальную школу и детский сад на 420 мест плавательным бассейном. Комплекс «Школа-сад» станет частью структуры Ишеевского лицея имени Джорджадзе. Уже 9 марта сюда придут ученики. 120 мест – это детский сад, причем детский сад, который примет детей, начиная с раннего возраста. Тем самым мы исполняем указ президента по обеспечению доступного дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет. И 300 мест – это начальная школа, это полноценная 25 класс-комплект. Современный образовательный комплекс станет центром просвещения районного поселка и всего Ульяновского района. Из новшеств – садик и школа в одном здании. Детский коллектив общий, что позволяет детям без стресса шагать по ступенькам образовательной системы. Школа приспособлена для внеклассной развивающей работы. Причем не только в развлекательном, но и профессионально ориентирующем смысле. Мамы и педагоги довольны. Вообще по 25 человек в классе учеников, но где-то чуть больше, потому что очень много у нас рождаемость прям, не знаю, подскочила вверх. Если раньше в классах было, взять 4 классы сейчас, там по 17 человек, третий класс по 21 человек, во вторых классах уже 25-28 человек, и первоклассников тоже так же. Юлия не только педагог, она еще и мама первоклассника. Довольна классами, широкими коридорами, оснащением. Радует и то, что в лицее теперь есть бассейн. Причем тоже обустроенный по всем нормам безопасности и комфортабельности. Душевые раздевалки, новый спортзал. Губернатор осмотрел практически каждое помещение нового учреждения. Однако самым неожиданным для многих, пришедших на открытие, стал медицинский блок. Здесь медицинский блок, то есть начинается у нас по кабинетам. Первый идет логопед, психолог, потом стоматолог будет, зубной врач будет приходить на базу от РБ, будет приходить доктор, и детей будут лечить тут. Проводить санацию сперва, а потом уже выборочно детей будут проводить лечение. Вот. Потом кабинет, процедурный кабинет. Кроме того, будет и педиатр. Медблок образовательной организации фактически будет выполнять функции детской поликлиники. Причем здесь не будет очередей и долгой дороги в больницу. Все прямо по месту учебы. Плановые медосмотры, прививки в специальном прививочном кабинете, быстрое оказание помощи. Медблок способен обслужить всех детей лицея. Он уже оснащен и укомплектован. Готов к работе на все 100%. Вся окружающая среда лицея, начиная от внешнего вида здания до мебели, функционально и эстетически грамотно оформлено для обеспечения физической, психологической безопасности школьников, а также для превращения лицея в уникальную школу полного дня. Павел Половов, Даниил Сурков, Улправда ТВ.